Второй день на неделе российского ритейла мы разговариваем с нашими гостями. Ольга, расскажите, что вы тут делаете, почему вам было интересно прийти на этот форум? Мы участвуем в подобных мероприятиях для того, чтобы рассказать побольше о себе, о крупнейшей крымской сети гипермаркетов строительных и хозяйственных товаров. У нас представлена широкая сеть ассортимента товаров, все для строительства, ремонта, обустройства жилища. И также представлены FMCG-товары. Это детские товары, игрушки, посуда, текстиль, зоотовары и прочее. Соответственно, мы присутствуем в двух городах, это Симферополь и Севастополь. Общая площадь 60 тысяч метров квадратных наших гипермаркетов. 144 тысячи товаров. Это то, что мы видим на полках и видим позитивную динамику. Растем примерно на 10% в год по посетителям, которые нас выбирают, приходят. И, соответственно, наша задача — быть в тренде, общаться с конкурентами, общаться с игроками рынка, чтобы улучшать свой сервис покупательский, чтобы интегрироваться в экономику России полноценно и использовать все эти инновационные технологии, которые используют другие компании. Вот такая самопрезентация у нас на форуме. Не переключайтесь, скоро включение с новыми гостями.